Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. И сегодня начнем с вами разбирать базовые структурные элементы. И основа основ – это правильный откат. Правильный в кавычках, так как есть еще внутренние откаты. Обо всем по порядку. Классический технический анализ всех учат и подразумевает в основном при торговле по тренду смотреть обновление экстремов. При обновлении закрепления цены мы работаем в продолжении движения, а также входы с откатов. Где искать те самые откаты, что на них происходит и когда можно смотреть именно развороты, как локальные, так и глобальные, все в зависимости от рассматриваемых таймфреймов. Начнем, пожалуй, потихоньку. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что со дня на день стартует поток по внутридневной и среднесрочной торговле. Темы на картель-маркете. Время еще есть. Успеть заскочить, так сказать, в последний вагон. Следующая группа будет не ранее конца января, наверное, февраля. Так что успевайте. Сначала схематично, как обычно, потом покажу на графике. Разберем модельки. Значит, допустим, восходящее движение, и у нас формируется откат. Откат может формироваться в тот момент, когда условно движущая сила, которая толкает цену наверх, в какой-то момент теряет хватку и происходит коррекционное движение. Точка остановки коррекции есть защита, да, движущей силы. И с этой точки происходит возобновление движения. Все, что нам нужно, это увидеть так называемый перехай в восходящем движении. Либо, если мы рассматриваем нисходящее движение, то при формировании отката самое главное, что нам нужно, это обновить локальный экстремум. Значит, тренд продолжается. В точке продолжения тренда, да, обновления, мы сюда можем поожидать поджатие, можем поожидать пробой, ретест. И так далее. Если мы там условно много прошли, то можно поожидать там какого-то ложного пробоя и отсюда поработать контртренд. Это будет самый, наверное, рисковый вход, но об этом позже. Так вот, как все-таки формируется правильный откат? Возьмем для примера фунт-доллар. Так вот, слева издалека, да, видимую часть графика. Единственное, я на что хочу обратить внимание, что структурные элементы необходимо рассматривать минимум на 15-минутном таймфрейме, чтобы убрать посторонний шум. Да, это будет работать и на 5-минутках, и, условно говоря, можно и на минутках там все посмотреть, какие-то движения младшего порядка, но нужно понимать, что если мы работаем вот такую структуру, то в восходящем импульсном движении есть свои откаты, в нисходящем коррекционном движении есть свои откаты. И вот чтобы на эту мелочь внимания не обращать, как минимум 15 минут. Чем старше рассматриваемый таймфрейм, тем сильнее будет моделька и разворотные какие-то вещи посмотреть, и в сторону продолжения. Видимую часть возьмем, вот последняя история, скажем так, да, свеженькая. Было какое-то накопление, и вот полетел у нас импульс. При импульсном движении мы всегда смотрим для определения отката уход коррекционного движения ниже последнего бара роста. Это очень важно, так как в восходящем движении, если мы последний бар роста посмотрим, то в этой точке, то есть любой таймфрейм, давайте сначала, да, на любом таймфрейме один бар показывает за промежуток времени расстановку покупателей и продавцов. И если мы рассматриваем восходящее движение, то в нижней точке последнего восходящего бара, то есть как бы лоу этого бара берет на себя всю нагрузку. В этой точке остановились продажи локальные, да, и происходит продолжение движения наверх. В момент, когда цена уходит, вот в данном случае, да, если мы посмотрим, вот так, наверное, да, отмечу, вот этот бар красненький, он выходит
ниже лоу последнего бара восходящего. Значит, этот барчик, хоть он и всего лишь один, и мы не видим здесь какой-то глубокой коррекции, это все равно будет являться коррекционным движением. Если движение возобновляется, продолжается, да, мы можем посмотреть к хаю, к излому локальному поджатие, либо вот как здесь пробой с закреплением, и дальше смотреть восходящее движение. Если происходит, вот как в данном случае, у нас последний бар роста, давайте так, чтобы не мешаться, последний бар роста, и следующий бар перебивает хай, но закрывается вниз. Продолжение, то есть это будет локальный излом. Коррекционное движение закончится ровно тогда, когда мы уйдем под лоу вот этого бара. То есть это у нас точка самая высокая, а вот этот бар уходит, зелененький получает своим лоу под красный. То есть это будет являться правильным откатом. И какие-то сломы, развороты можно будет ожидать при подходе именно к откатному движению. И далее, до тех пор, пока происходит обновление перехай, перехай за перехаем, у нас тренд как бы продолжается. Если мы видим внутренние откаты, которые выглядят следующим образом. Вот у нас последний бар роста, и вот этот лоу, можно так вот по вертикали раздвинуть, мы его не обновляем. То есть лоу вот этого бара будет 23 577, а здесь, ну здесь копейка в копейку бьется, то есть мы не выходим. В таком случае мы подразумеваем, да, что это все внутреннее движение. И только лишь уход под 23 577 будет являться правильным откатом. То есть, как это нам может помочь? Вот это все движение будет единое. И до тех пор, пока мы движемся в восходящем движении, не обновляя лои восходящих баров, то это движение единое, и мы не можем рассматривать какие-то разворотные формации, сломы и так далее. Правильные откаты. Здесь вот хороший пример с возвратными движениями. Правильные откаты, если они формируются на истории, их можно рассматривать как возможные точки входа в контртрендовые сетапы. То есть, если мы обновляем движение, да, и происходит, то есть, вот здесь у нас был предыдущий максимум, после этого было коррекционное движение, и только лишь вот здесь мы уехали на самый перехай. В вот этом восходящем движении, то есть, как только мы обновляем и закрепляется цена у нас выше локальной точки излома, тренд продолжается. После этого все то же самое. Формируется откат. Уход под откат. Это будет являться для нас первым звоночком на возможный разворот. Про развороты поговорим еще отдельно. Самое главное, просто запомните вот это, что если мы рассматриваем коррекционное движение, то коррекционный бар должен выходить своим лоу хотя бы за колом ниже последнего бара по тренду. То есть, если мы рассматриваем лонговое движение, то уход коррекционного бара под лоу последнего восходящего бара будет являться коррекцией. И в нисходящем движении тоже последний бар импульсный по тренду в шорт. И уход выше максимума последнего нисходящего бара будет являться правильной коррекционной точкой. Это те самые уровни откатов, которые мы можем в будущем рассматривать на какие-то ложно-пробойные формации, либо пробойные, если мы там подходим с накоплением, либо нет реакции на ложный пробой, допустим, да, в продолжении движения. Последние вот эти восходящие... Ну, в примере, да, опять-таки, последнее восходящее движение с отката. Как только мы уходим под него, это звоночек на возможную остановку, либо на глубокую коррекцию. Глубокую коррекцию распознать очень просто. После того, как мы обновляем локальный лоу, останавливаемся. С этой точки мы обязаны, в кавычках, опять-таки, да, рынок никому ничего не обязан.
и не должен, должны сделать перехай. Если этого не происходит и нас заваливают дальше вниз, то формируется уже более сильная моделька слома, и можно работать контртренд посмелее. Ну а первые вот эти откатные точки, закрепления под ними, это ну, высокорисковые точки входа, но с огромным потенциалом, потому что если мы цепляем за самый практически максимум, да, в данном случае развороты, то можно вот пробовать забирать какие-то контртрендовые движения. Для работы в контртренд мы смотрим всегда за обновлениями предыдущих откатов. То есть вот эти все откатные движения, они будут для нас представлять ценность. И на них можно смотреть остановки, на них можно там фиксировать позиции какие-то. Правильные откаты, если мы рассматриваем, да, к ним точно так же цена подходит, реагирует, пробивает, происходят обратные ретесты. То есть локальный откат в будущем может стать зеркальным уровнем. И таким образом, даже без учета каких-то сильных экстремов, либо сильных каких-то дневных уровней, для интрадея можно применять торговлю от локальных вот таких вот откатов. Как в продолжение движения, да, если вот так рассматривать, что мы останавливаемся, не откатываем, и происходит возобновление движения. После закрепления, пожалуйста, входы, стопики за откаты и работаем в продолжение. И помните, что короткие стопы, и нам не нужно сидеть много пересиживать, там 3-4 к одному забираем и уходим. Внутри дня таких сделочек можно нахватать, у кого есть время следить за движением цены. Сделочек таких можно нахватать достаточно много. Если мы находимся внутри движения, то есть вот есть восходящее движение, есть максимум, откатили и обновили. То есть тренд, да, локальная тенденция продолжается. Обновили, откатили. Все, что внутри, нас не интересует. Да, можно работать какие-то точки входа, если, например, здесь лимитное какое-то удержание получается, либо происходит какое-то локальное поджатие в продолжение движения. Учитывайте расстояние между границ. Если у нас здесь, ну, в примере, да, там 55 пунктов есть. Если у нас, например, при подходе кверху формируется ложный пробой, а после этого формируется какое-то поджатие в шорт, то в данном случае можно попробовать торговать в канале, так как у нас при обновлении не происходит закрепление дальнейшего движения. Можно работать откаты и ожидать там как минимум, да, какой-то более глубокий откат с уходом под этот лоу, либо возможная какая-то разворотная формация и уже перемена движения на контртренд. Только в таких точках, ну, я смотрю, да, я рекомендую смотреть там, я не знаю, классические модели технического анализа, будь то там двойная вершина, будь то там голова плечи, либо, ну, там, подходы какие-то, да, ложнопробойные, там, подошли второй раз, в данном случае пробили, но, допустим, если не пробивает цена и формирует там двойную вершину, то же самое, рисковые контртрендовые входы, стопики за хвосты ложных пробоев, если присутствуют, либо если мы подходим и у нас есть лимитное удержание, можно пробовать заходить, да, при отсутствии поджатия. Если нас поджимают, то ждем выравнивающий бар, и тогда опять-таки пробуем лимиткой заходить близко-близко к уровню. То есть такие вот базовые вещи довольно-таки неплохо работают как на Форексе, так и на криптовалютах, и на акциях. Все везде, в принципе, одинаково. Откат есть удержание, да, в восходящем движении. Откат – это то место, где продавец удерживает от дальнейшего движения вниз. Зачем он это делает? Потому что если цена повалится дальше вниз, а он хочет двигать цену наверх, то в какой-то момент те товарищи, которые здесь набрали покупки и движутся вместе с ним, начнут выходить из своих покупок. То есть совершать рыночные продажи и толкать цену дальше вниз. Вот этот вал, скажем так, рыночных сделок, да, в данном случае рыночных продаж, гораздо тяжелее будет остановить для возобновления движения, чем удержать цену вблизи какого-то локального там экстрема, либо просто в откате, не отпуская цену далеко вниз, и тем самым продолжать восходящее движение. Если
полетят стопы, то цену, вероятнее всего, там вернут куда-нибудь к предыдущим откатам. Либо, если вот, ну, как здесь, какая-то область накопления, цена может зайти в это накопление еще раз, и после этого уже произойдет продолжение, да, возможно, произойдет продолжение движения. Но вот эти вот откатики, они очень важные. Их можно использовать как и для захода в контртренд, так же, как фиксацию, да, если мы там где-то далеко заходим в шорт после окончания восходящего тренда, то эти откатики можно рассматривать как целевые значения. Даже здесь, как это, не готовился, да, но я думаю, что картиночка образцово-показательна. Вот, применяйте в торговле, будем дальше разбирать структурные элементы. Это интересно и для интрадея очень может пригодиться. Все, всем удачи, пока-пока.